Прекрасное солнечное утро. Я выхожу на новый маршрут. В конце маршрута хороший бонус, горячие источники, дикие. Хочется посмотреть. Вот парк, где я запарковал свою машину. Но 20 миль маршрут. Никогда еще так далеко не ходил. Но удачи!
Ну что, можно сказать, что поход был не очень удачным. До горячих источников я так и не добрался, хотя был где-то в 10-15 минутах от них. Надо было уже возвращаться, потому что день заканчивался быстро. Но в следующий раз я точно пройду этим маршрутом и увижу эти горячие источники.